Компания Samsung снова обновила линейку планшетов Galaxy Tab. Это уже третье обновление по счету. И у меня в руках 10-дюймовая версия планшета. Samsung не привыкла кардинально менять дизайн устройств. И новый Galaxy Tab 3 еще одно тому подтверждение. Планшет очень похож на другие Galaxy устройства, но со своими особенностями. Во-первых, его корпус стал уже за счет переноса динамиков с лицевой панели на бока и уменьшения окантовки дисплея. Во-вторых, он стал тоньше и легче, чуть меньше 8 мм и всего 512 грамм, что делает его один из самых тонких и легких в своем классе. Отдельное спасибо хочется сказать за механическую кнопку «Домой» на лицевой панели, ведь далеко не всем были по нраву экранные. Качество сборки отменное, ничего не скрипит и не прогибается. В руках планшет лежит удобно, он очень приятен на ощупь, в ходе использования руки не устают. Кроме белого существуют черные и бронзовые варианты устройства. Кнопки и разъемы почти те же, что и в прошлом Galaxy Tab. Они даже расположены очень похоже. Сверху кнопка питания, качелька регулировки громкости, два слота для карт microSD и SIM. Добавился инфракрасный передатчик, которого в прошлых 10-дюймовых табах не было. Слева разъем для наушников, снизу порт microUSB и отверстие микрофона. Над дисплеем веб-камера и датчик освещенности. Сзади основная камера на 3 мегапикселя. Как и все предшественники, Galaxy Tab 3 оснащается дисплеем на основе PLS-матрицы с разрешением 1280 на 800 пикселей. По нынешним меркам не густо, не то что не Retina, но даже не Full HD. Зато здесь отличные углы обзора и очень насыщенные цвета. Сенсор поддерживает до 10 одновременных нажатий. Яркость меняется в пределах от 3 до 302 кандел на метр квадратный. Так что ночью глаза не будут слепнуть, а на ярком солнце и на дисплее все еще можно что-то рассмотреть. Пара динамиков с поддержкой Dolby Surround звучит достаточно мощно и чисто. Так что фильмы смотреть можно с комфортом. И для видеосвязи подойдет отлично. Правда, музыку слушать стоит все же через хорошие наушники. Интересным изменением по сравнению с предыдущей моделью стал процессор. Базой для Galaxy Tab 3 стала платформа Intel Clover Trial Plus, разработанная специально для планшетов. Процессор Intel Atom Z2560 имеет два ядра, работающих с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Оперативки здесь 1 ГБ и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти до 64 ГБ. Для обработки графики используется видеоускоритель PowerVR SGX 544MP. В бенчмарке Antutu Galaxy Tab 3 показывает не самые лучшие результаты, но для стабильной работы без особых задержек такой производительности достаточно. Странички в браузере также грузятся быстро. Планшет отлично справляется даже с тяжелыми играми, хоть и не везде на максимальных настройках, как, например, в Real Racing 3. Кроме стандартных Wi-Fi и Bluetooth, в некоторых моделях этого планшета есть поддержка мобильных сетей 3G. Вставляйте сим-карту от TriMob и интернет у вас всегда с собой. Аккумуляторная батарея планшета емкостью 6800 мАч. Благодаря этому он может непрерывно показывать видео через Wi-Fi на протяжении 6 часов, а заниматься веб-серфингом можно целых 9 часов. Планшет работает под управлением Android 4.2 Jelly Bean со свежей версией оболочки TouchWiz. Переработано большинство элементов интерфейса. Имеется всего 3 рабочих стола. В нижней части ряд приложений для быстрого запуска. Их набор настраивается. Изменен внешний вид шторки уведомлений. В 10-дюймовом Galaxy Tab 3 установлены такие же камеры, как и у предшественника. 3-мегапиксельная задняя камера позволит получать снимки с разрешением до 2048 на 1563 и снимать видео в HD разрешении. Имеется большой набор настроек с различными режимами съемки. У фронтальной VGA камеры возможности поскромнее, но она вполне сгодится для видеосвязи.
Samsung Galaxy Tab 3 – это качественный планшет с отличным дисплеем и неплохой производительностью. Единственное, к чему можно придраться, это небольшое разрешение экрана и камеры, как для устройства 2013 года. С другой стороны, он тонкий, легкий и удобный. А это значит, что несмотря на достаточно высокую конкуренцию, он найдет своего покупателя. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. С вами был Свят, пока!